Это мои два дядюшки родные. С той стороны у меня еще папа есть. Вот они, два брата. Все, конечно, уже все старенькие, давным-давно померли. Отец у меня с 7-го года, он еще с Финскую войну воевал. Он даже фотография там у него такая, посмотрите, какая у него фотография. Буденовки еще. Вот он, Степ мой. Шевченко Семен Михайлович. Георгиевская лента, военный головной убор, транспаранты с портретами отцов и прадедов. Так десятки автомобилистов сегодня решили восстановить справедливость и отдать дань памяти предкам. Это акция такая, показать, что мы есть, что мы помним о героях войны и что мы причастны к этому. Память – это наше все. Он прошел японскую войну, а дядя Саша прошел, значит, Великую Отечественную и с японцами воевал. День рождения – это ерунда, это баловство, грубо говоря. Там свадьба тоже – это ерунда, это пожизненная такая. Все, а так самый великий праздник, самый хороший. Получасовые сборы и вперед. Участники автопробега уже стартанули, и вот они сейчас выезжают к Ленинскому проспекту, и уже образовалась такая приличная пробка. Кстати, эту акцию автомобилисты проводят не впервые и собираются повторить это автошествие еще не раз. Конечный пункт всегда один – мемориал славы и гвоздики как символ победы. Со слезами на глазах. День победы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.